Привет, дорогие друзья! Мы находимся в Архипо-Осиповке. Солнце светит. Сегодня 21 августа. Очень жарко, хорошая погода. И, как всегда, я хочу вам показать обстановочку в Архипо-Осиповке. Так что, друзья, если нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну, а мы идем смотреть. И хочу сказать, что сейчас я иду купить себе шаурму самую вкусную, на мой взгляд. Ну, самую, не самую, вам решать. Но вкусно. Так что идемте со мной. Здесь находится лечебный пляж, Колобок, столовая, про которую я уже неоднократно рассказывала. И вот здесь написано «Шаурма Гирос». Вот, на вкус, конечно, я уже заценила не один раз. Вкусно. Здесь в Архипо-Осиповке, ну, на мой взгляд, два места, где очень вкусная шаурма. Это за Торнадо. Вот, и здесь. Сейчас мы закажем здесь. Я буду пробовать. Сейчас цены покажу. Как-то мне захотелось сегодня шаурмы прям вкусненькой такой. Вот мне готовят сейчас шаурму. Ребята, находится это, еще раз повторю, где моя любимая столовая. Одна из тех. Это столовая Колобок. Покажу вам сейчас еще раз. Здесь можно прийти посидеть с видом на море. Смотрите, обалденный вид, классно сесть за столик, покушать. Цены здесь совершенно адекватные, как и везде, может быть, что-то даже и дешевле. Есть и салаты, и окрошка, и фри, гуляш, курица, ну, рыба и барабулька жареная. Ну, в общем, даже пельмешки. Все-все-все есть в этой столовой. Так что имейте в виду. Ценнички сейчас еще вам покажу. Но уже в некоторых видео они были. Вот такие вот. Ценники, такое меню. Взяла я вот себе шаурму. Вкусненькую. Вот смотрите, бильярд здесь, мохито, освежающий, вкусный мохито здесь тоже. Все натуральное, хорошее мохито, сиропы натуральные, лед, лайм, все классно, проверено 100% мохито. И тут же, вот тут, смотрите, вот шаурма и гирос. Я сейчас взяла себе ужин или обед, или завтрак, я не знаю, как это называется, но это все в одном. Так что вот так вот. Давайте. Хочу пройтись с вами до моего любимого места. Уже давно не ходила туда. Так хочется. У меня сейчас есть свободное время. Часочек. Тимурчик за меня поработает. А я с вами прогуляюсь. Смотрите, какие нарядные здесь персонажи ходят. Хотят сфотографироваться с отдыхающими, подзаработать чуть-чуть. Люди фотографируются с зелеными мишками, зайками. Ух ты, что-то поставили. Я это не видела. Сюда не ходила еще. Ну, что-то похоже, это закрытое пока. Пока не вывесок, ничего нет. Все в белые. Белые такие баннера. А что это будет, не знаете?
Магазин? Чего уточнился? Магазин такой. Очень интересный магазин. Какой-то. Не выдержала, короче, я откусила шаурму. Весь день не ела, голодная. Ну, такие развлечения здесь для ребятишек, детишек. Посмотрите, батуты такие. Рыбалка. Обалдеть. Смотрите, ловят рыбу. Вот подходишь к этой вот части, и тут такая спокойная тишина, вообще нет суеты, прям классно. Батуты, конечно, заработают вечером, уже когда родители приведут ребятишек развлекаться. Тир, шарики выиграй, приз тоже, пока все сидят, но ничего, сейчас только будет вечер, и все. Вот здесь, ребята, у нас вкусные кальянчики на подушечках, на таких мешочках прикольных. Вечерком можно классно посидеть на берегу. Посмотрите. Вот сюда заходишь, там есть барчик. И можно заказать себе прикольный кальян. Это видеоблог. Зацепи кальян называется. Так что, приходите сюда. Ну вот, наконец-таки я дошла до своего любимого места. Как тут вообще классно, спокойно. Мне так нравится, что тут речка. Этот красивый вид, эти горы. Всякие разные яхточки тут, лодочки. Так прикольно. Тут так сейчас уже прохладненько. Ветерочек. Вообще кайфово. Обалденно, люблю это место в Архипоосиповке. Просто очень красивое место. Очень классно. Лечебный пляж. Давайте зайдем посмотрим, какая тут атмосфера, какое море. В этом году, конечно, очень много людей. Много. Но не переживайте. Когда все восстановится у нас в стране, я думаю, что многие люди пойдут в Крым, за границу и так далее.
Да, вот так. Песочек, смотрите. Песочек. Море. Вот новато, конечно. Ну, наверное, теплое. Много людей в море. Говорят, классно. И вот мы уже в центре набережной, центральный пляж. Да, конечно, в этом году шикарно, я вижу, людей много. Обалденно. Смотрите, фотографируются люди. На фоне горы Ёжик. Центр прошел. На центральной набережной. Торнадо. По некоторым просьбам скоро сниму торнадо вечернее. Как там веселят артисты отдыхающих. Какие песни исполняют. Ну, вообще, в принципе, репертуар практически тот же самый. Центральный пляж. Зайдем. Ой, Горыныч в море, смотрите. Столько катамаранов. Так классно. Вообще. Вот такой вот центральный пляж. На центральном пляже предусмотрены душ, раздевалки. Погода очень хорошая, к вечеру сейчас вообще кайф. Тепло, жара уже спала, прям самое дело гулять. Там я видел вначале Ну вот, дорогие друзья, мы подходим с вами к Альбатросу. У многих вопросы задают мне в комментариях, можно ли сейчас посетить Альбатрос за отдельную плату или как там. Дорогие друзья, нет,
В этом году Альбатрос закрыл свои двери для посторонних людей. То есть там только отдыхающие купаются, смотрят фонтаны, ну и так далее. Поэтому купить билет в Альбатрос сейчас невозможно. Лучше всего купить билет в аквапарк, также покупаться в бассейнах. Очень классно отдохнуть. А здесь, как всегда, у нас самое вкусное пиво. Свежее, вкусное. Давай, заходи уже. Вкусные вафли гонконгские. Самые вкусные вафли на побережье Архипа Осиповки. В общем, друзья, вот такая прогулка у нас получилась. Кому нравится, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь ненадолго. Совсем ненадолго. Пока-пока.